В 2018 году в России состоится крупное спортивное мероприятие. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Несомненно, часть ценителей профессионального футбола уже купили билеты на матчи, а пока всем фанатам остается только ждать. Студенческий телеканал «Универ ТВ» запустил новую спортивную передачу, посвященную будущему чемпионату. Руководитель молодежного отдела Роман Полинсков совместно с корреспондентом своего отдела Александром Дегтяревым выпустили первый выпуск FIFA. Прогноз. Эта программа соединила в себе популярные на YouTube летсплеи и футбольные ставки. Мы посмотрели то, что актуально на YouTube, актуально сейчас киберспорт, FIFA, это очень много просмотров набирает. Ну и чемпионат мира, футбол, естественно, это также набирает большое количество просмотров. Ну и мы, как интересующиеся и футболом, и FIFA, решили объединить, как говорится, приятное с полезным и запустили такой вот проект. Так мы выкладываем самые интересные моменты игры, то есть записываем определенный 4-минутный, 5-минутный выпуск, где будет самое интересное, что мы успели записать за всю игру. Ведущие программы сравнивают коэффициенты букмекерских компаний и проверяют их на правдивость при помощи видеоигры FIFA. Рейтинг игроков FIFA, он очень приближен к их реальным характеристикам в жизни, в футболе. И в целом, если мы играем с Ромой, у нас уровень игры примерно одинаковый, то есть мы соотносим составы, как они взаимодействуют между собой, потому что мы выставляем самые актуальные составы, по крайней мере, вот сборной России был самый актуальный состав на данный момент. Ну и в целом получается более-менее близко к реальной жизни, то есть, ну, отсимулировать футбольный матч как-то по-другому мы в любом случае не смогли. FIFA прогноз это, конечно, по большей части развлекательная программа, которая будет выходить на нашем канале один раз в неделю до чемпионата мира по футболу. Олег Ашин, Универ Ньюс.